Если хочешь оказаться в центре танцевального движения, важно не ошибиться направлением. Ориентир – север. Диджей Север. Два часа актуальной электронной музыки. На этой неделе специальный гость программы – французский диджей и музыкант Ричард Грей, резидент Subliminal Records. В это воскресенье в 9 вечера по Москве в авторской программе диджея Севера «Трошок» на радио «Максимум». «Максимум». Двигайся в правильном направлении. Добрый вечер. Говорю слушателям радио «Максимум», я диджей Руслан Север. Раз в неделю появляюсь в студии для того, чтобы поделиться с вами последней, лучшей электронной музыкой планеты. Это происходит по воскресеньям с 21 до 23 часов в «Электрошок-шоу». Помимо пластинок, современными треками я делюсь и новостями, своими впечатлениями от вечеринок в клубах, и не только я, а также мои гости. Забегу вперед и скажу, что сегодня... Это резидент американского лейбла Subliminal, автор популярного радиошоу в Европе, французский музыкант и диск-жокей Ричард Грей, а также очень яркая персона казанской танцевальной сцены диджей Ом. Более подробно о планах первого часа электрошока через 5 минут после трека «The Things You Say» от Cicada. Way too long, babe. And I'll be damned if I'm gonna stick around and take any more of your shit. You better screw down that run around loose tongue of yours, babe. Этот проект с композицией «The Things You Say» открывает электрошок на максимум.
Ранее обещал ознакомить вас с моими планами на ближайшие 60 минут. Первая половина программы уже распакована рубрикой «Intro Mix». Здесь я играю те треки, которые действительно по праву можно назвать шедеврами современной электронной танцевальной музыки. Записаны и выпущены они в самых различных уголках планеты. Однако, в основном эти работы вышли на американских и европейских звукозаписывающих компаниях. Кстати, весь плейлист программы вы можете обнаружить на официальном сайте радио www.maximum.ru в разделе «Программы» выберите «Электрошок». Далее о планах. В 21 час и 30 минут с хвостиком для вас играет и отвечает на мои вопросы первый гость. Это казанский диск-жокей, участник 4Dance 2006, диджей Ом. Новости и такой раздел, как Music Like All Time, где я на свет извлекаю пластинки, которые несколько лет назад пользовались бешеной популярностью на танцевальных площадках мира, завершат первый час. Для вас играю я, диджей Север. Для ценителей электросаунда доступен в ICQ 126-530-40. Только на максимум
во временном промежутке между 21 и 23 часами московского времени вы можете наблюдать электрошок-шоу. Лучшая современная электронная танцевальная музыка звучит только здесь. Еще одна работа практически позади. As I Moved On. Ремикс на трек от Blue Foundation. Записали Run Jeremy Band и музыкант, чье имя не сходится с диск-жокея всех уровней. Это Трента Моллер, собравший самый богатый урожай музыкальных наград в 2005 году. Не теряя время даром, на подходе следующая пластинка — это тоже ремикс, и тоже сделан он на английской земле, проектом Rex the Dog на песню Heartbeats от The Knife. We'll be right back.
Добрый вечер, друзья. Максимум и лучшие современной танцевальной музыки в электрошоке. В студии до 23 часов я, диджей Руслан Север. Плейлисты программы на официальном сайте радио www.maximum.ru. В разделе программы вы их обнаружите. Еще одна работа в интромиксе. В первом разделе программы на подходе. Коммент отвешу я и чуть позже. А в настоящий момент собираюсь поделиться планами. Следующий час радиошоу, который начнется в 22 часа ровно, откроет Hot Mix, где традиционно играют танцевальные электробоевики. Ковровую 30-минутную бомбежку остановит специальный гость программы, резидент Subliminal Records и клуба Паша на Ибице, французский диск-жокей и музыкант Ричард Грей. Только на максимум вы сможете слышать его новые работы первыми. А программу завершат такие рубрики, как «Сделано в России», в которой сегодня презентую новый ремикс на трек ростовских продюсеров диджея Бойко и Sound Shocking «Rocking Beat», и трек недели от Людзен Кичена «Night Move». Для вас играю я, диджей Руслан Север. Для почитателей современной танцевальной эстрады доступен в ICQ мой номер 126-513-340.
Первый раз сталкиваюсь с этим проектом, который для иностранного меломана звучит как CCCP и, наверное, не наталкивает их ни на какие мысли. Иначе дело обстоит с нами, россиянами. Четыре буквы СССР говорят о многом. Однако, сколько я не пытался разжиться информацией по этому проекту, который регулярно выпускается на Avalub Digital, у меня ничего не вышло. Поэтому вопрос остается лично для меня открытым. Откуда такое название у проекта, выпускающегося в Британии? С вами я, диджей Руслан Север, только лучшая электронная танцевальная музыка. До 23 часов на максимум. Далее в программе для вас играет первый гость электрошока, арт-директор казанского клуба «Арена», основатель такого российского лейбла, как «Озон Промо», диджей Ом, сразу после рекламы. This week's special guest. Electric shock, Maximum. Только в воскресенье с 21 до 23 часов и только на максимум лучшая современная электронная танцевальная музыка звучит в электрошоке. Радиошоу представляю я, диджей Руслан Север. Во многом мне помогают гости. Сегодня это резидент лейбла Subliminal, за которым в свою очередь стоит такая персона, как Эрик Марила, резидент клуба Паша на Ибице, французский музыкант и диск-жокей Ричард Грей в следующем часе программы. Только вы можете слышать его новые работы первыми на максимум. А прямо сейчас для вас начинает играть мой первый гость, арт-директор казанского клуба «Арена», основатель «Озон Промо», диджей Ом. Шамилем, а именно так зовут моего первого гостя, общаюсь через 5 минут. С вами же общаюсь посредством ICQ 126-513-340. Прошу писать по существу.
Электрошок – это максимум качественной танцевальной музыки, преимущественно вышедшей на минувшей неделе и упакованной в 120 минут эфира. Еженедельно представляю вам гостей программы, которые помогают мне раскрыть всю мощь современной танцевальной индустрии, которая живет и процветает в любом цивилизованном обществе. Забегу вперед и сообщу, просто порадую любителей хауса, 3 сентября в «Электрошоке» в рубрике «Special Guest» числится Ян Пули. Какие-либо разъяснения, думаю, не требуются. Его новые, еще не вышедшие работы только в «Электрошоке» на максимум. Вы можете слышать первыми. Не пропустите. В следующее воскресенье с 21 часа на максимум. Я же двигаюсь дальше и приветствую город Казань и одного из самых ярких персонажей ночной жизни столицы Татарстана, основателя лейбла Озон Промо, диджея Ома. Шамиль, привет. Добрый вечер. Добрый-добрый. Как твои дела? Дела отлично. Все в порядке. Полон здоровья, полон эмоций и настроен на новый сезон и в клубах, и в музыке, и в жизни. Спасибо всем. Шамиль, давай начнем с клуба. Насколько я знаю и помню, ты являешься арт-директором такого заведения, как «Арена» в городе Казань. Это самый возрастной клуб столицы Татарстана. Как дела обстоят там? Да, действительно, «Арена» — это центральный и старейший клуб города, так называемая легенда танцевального движения нашего города. Недавно у вас прошло открытие сезона. Какие планы? Открытие прошло выше моих ожиданий. То есть было порядка 2000 человек, что само по себе удивительно для такого клуба. И это было открытие городского танцевального сезона, такси-клабера это называют. Для себя я сделал выводы, что в этом году виток будет еще сильнее в клубной культуре города. И я очень рад позитивному настроению среди клаберов. Я рад так, как они выглядят, как они воспринимают музыку. Их сердца открыты. Я был поражен многими этими факторами. И поэтому готов работать на 200-300%. Помимо арт-директора, ты являешься еще и диск-жокеем. Что у тебя происходит на поприще диджеинга? Кстати, ты был участником 4Dance 2006, с чем тебя я и поздравляю. Спасибо. Пожалуйста, как прошел 4Dance в этом году, твое мнение и что ты планируешь в этом году? Ну, форты прошли замечательно. Конечно же, я считаю это большим достижением выступать на подобного рода мероприятиях. Очень приятно было пообщаться с такими звездами, как King Rock, Deep Dish, молодыми российскими музыкантами Swanky Tunes. И вообще играть на одной сцене перед многотысячной людской толпой. И поэтому для себя я сделал вывод, что нет предела совершенству. Если говорить о диджеинге, то сейчас я хочу развиваться в плане новых технологий, то есть это использование различных компьютерных программ в диджей-сете и использование различных приборов эффектов. То есть я вижу, что весь мир не стоит на месте, и не стоит зацикливаться только на банальном сведении пластинок. Ну, что, в принципе, я уже давно отошел от этого, и сейчас я развиваюсь в плане техники с использованием компьютера. Татария – большая республика, и там много городов. Помимо того, что происходит в Казани, что происходит вообще в Татарии в целом? Что интересного, регулярно открываются новые клубные заведения.
Вот, подрастают молодые электронные музыканты. Благо сейчас есть возможности и существуют различные российские лейблы, которые могут продвинуть молодых музыкантов. В Казани замечена такая некая сфера клубного продюсирования, и различные клубы и лейблы начинают продюсировать как диджеев, так и перформанс-коллективы, что в целом не может не радовать, потому что все выходит на такой, я бы сказал, даже международный профессиональный уровень. Кстати, насчет международного профессионального уровня. Возможно ли найти информацию какую-либо лично о тебе в интернете? Есть у тебя официальный сайт? Или, может быть, ты расквартирован на каком-то лейбле? Или есть информация на официальном сайте клуба? Да, помимо моего собственного официального сайта по адресу www.djom.ru есть множество информации и на лейбле, под которым я работаю и основателем которого являюсь, это Ozone Pro. Вы можете найти информацию и на клубном сайте нашего клуба «Арена», и на дружественных нам сайтах. Шамиль, огромное тебе спасибо, что уделил мне время. Рад был тебя слышать. Твои пожелания всем слушателям «Электрошока» на максимум. «Электрошок-шоу», я думаю, нацелен на то, чтобы шок от нашего мира был более позитивным, и те вибрации, которые музыка передает нами в ваши сердца, этот позитив делал больше. Любите друг друга, веселитесь и цените жизнь. Спасибо. Ого, с такими-то словами, я думаю, сезон будущий у тебя пройдет просто на 5 баллов. Шамиль, огромное тебе спасибо. Это был DJ Om в «Электрошок-шоу» на Радио Максимум. Сыграл DJ Om, представитель казанской танцевальной сцены, участник последнего фор-дэнса и первый гость «Электрошок-шоу» сегодня на Радио Максимум. Напомню, в следующем часе в рубрике Special Guest Ричард Грей. Все плейлисты программы ищите на официальном сайте радио www.maximum.ru. Далее «Электрошок» новости сразу после рекламы. Electroshocks, hot news on Maximum.
Максимум – лучшей современной танцевальной музыки в электрошоке. Вы в компании диджея Руслана Севера до 23 часов по Москве. Поддерживаю контакт с почитателями электронного саунда в ICQ 126-513-340. Программу продолжают новости. Один из самых известных детройтских музыкантов первой волны и просто участник легендарной троицы наряду с Дериком Мэем и Хуаном Аткинсом, которая подарила людям техно, американец Кевин Сондерсон начал мировой тур, посвященный 20-летию истории собственной музыкальной карьеры. Свой тур он назвал «Elevator World Tour» и намеревается за несколько месяцев посетить совершенно разные точки на земном шаре, чтобы познакомить как можно большее количество людей с историей техно и хауса вообще и своими работами в частности. В каждом выступлении Сондерсон обещает разбить свой диджейский сет на две части, посвятив их техно и хаус-музыке, а также выступить живьем, сыграв свои самые лучшие работы, выпущенные в течение 20 лет под различными псевдонимами, такими как Inner City, Reese Project, iDance и другими. При этом он намеревается использовать самые последние разработки в области аудиовизуальных эффектов, работая с Pioneer DVG, программами Ableton Live и Final Scratch, а также используя другие дополнительные средства звукоизвлечения. Также к Elevator World Tour приурочен выпуск компиляции его лучших треков за 20 лет и приложение с ремиксами к нему. В рамках своего тура 1 сентября Кевин Сондерсон выступит в московском клубе «Город». Андерс Трентемюллер, более известный нам как Трентемюллер, выпускает дебютный альбом «The Last Resort» — «Последнее спасение», именно так будет он называться, который выходит в октябре на лейбле «Pocket Flat Recordings» после серии довольно-таки успешных IP «Physical Fraction», «Polar Shift», «Sunstroke», «Нам-нам» рекламу альбому сделал сам автор. В 2006 году его номинировали в трех категориях на German Dance Music Awards. О результатах мы узнаем в сентябре. Несмотря на то, что большинство треков будут энергичными и драйвовыми, что свойственно этому артисту, на альбоме будут и нетипичные треки, как, например, свеженькая работа «Always Something Better», записанная вместе с романтичным и меланхоличным Ричардом Дэвисом. «Always Something Better» выйдет на все том же «Pocket Flat» в сентябре. На пластинке также отметился ремиксом Мэтью Херберт. Лимитированная партия альбома «The Last Resort» предполагает двойной компакт-диск. На первом — свежеиспеченные боевики, на втором — уже хорошо знакомые слушателю эпишки. Не возьмемся утверждать, что дебютный альбом Трентемюллера зрел аж 9 лет, с 1997 года, когда артист впервые заявил о себе на датской сцене вместе с диджеем Томом, проект «Trick Back». Этот альбом — результат 2005 года и уходящего 2006. Что Трентемюллер покажет нам в будущем? Это вопрос времени. Прогресс танцевальной музыки задают новые технологии, в том числе и программное обеспечение. Безусловно, одна из самых удобных на текущий момент программ — это Ableton Live для работы со звуком в режиме живого выступления. Вот-вот обновится до версии 6.0. В стенах M-Audio с июля 2006 года полным ходом идет бета-тестирование этого популярного продукта. И многие музыканты и диск-жоки с нетерпением потирают руки. Выход 6-й версии намечен на конец сентября. Из новых функций — поддержка мультипроцессорных платформ, поддержка видеофункции Deep Freeze, позволяющая редактировать уже замороженные части трека, улучшенная работа с маркерами, возможность назначения нескольких виртуальных параметров на один контроллер, появились новые программные инструменты, например, эмулятор аналоговой теплоты Dynamic Tube, восьмиуровневый эквалайзер, оператор обзавелся новыми фильтрами и алгоритмами FM-генерации звука. Полнофункциональный сэмплер, правда, это за отдельную плату, функция Note Lange, позволяющая играть длиной звука. Наконец-то программа предоставляет возможность объединить инструменты и эффекты в рак-группы и последующее их использование в треке. Таким образом, можно самостоятельно собирать звук из нескольких инструментов и эффектов. Также расширен багаж внешних подключаемых устройств для более комфортной работы в программе, а поддержка функции OutMap позволит автоматически подстраивать ваш контроллер под функционал программы. Практически все топ-диск-джоки и музыканты уже успели засветиться на сцене с этим программным продуктом. Среди них Ричи Хотин, Джеймс Забиела, Саша и многие-многие другие. Это все электрошок новости на данный момент. С вами диджей Руслан Север. Двигаемся дальше. Come along, children. Now we're going to have a little music. Like old time. Music like old time. В этом разделе электрошока кручу работы, которые совсем недавно восхвалялись. Мы им поражались, удивлялись, а потом они забывались. Сегодня откопал работу от Lautrec и Terry. Whole Things.
Встретимся через 5 минут в следующем часе.
Только в воскресенье с 9 до 11 часов вечера по Москве и только на Максимум вы слушаете «Электрошок». Лучшая современная электронная танцевальная музыка звучит здесь. Второй час радиошоу открывает «Hot Mix». Ближайшие 30 минут. Пощады не ждите. Новые танцевальные боевики, вышедшие на минувшей неделе, собираюсь отыграть. Более подробно о планах второй половины программы после трека «Electro Joke» от «My Digital Enemy». DJ Seven. Music. Only on Radio Maximum. Сыграю я, диджей Руслан Север, доступен в ICQ 126-513-340. Это «Электрошок». Максимум танцевальной энергии в рубрике «Hot Mix». Только танцевальные боевики, вышедшие на этой неделе на ведущих звукозаписывающих компаниях, звучат здесь. Так, позади трек «Electro Joker» от «My Digital Enemy». Это только начало. Ранее обещал озвучить планы второй половины программы. Как вы понимаете, вторая 60-минутка распакована традиционно «Hot Mix-ом». Череду боевиков позволю установить специальному гостю программы и рекламе в 22 часа и примерно 30 минут.
разговариваю с резидентом лейбла Subliminal и клуба Паша на Ибице французским диск-жокеем и музыкантом Ричардом Греем. Его новые работы только вы сможете слышать первыми на максимум. И это далеко не все премьеры на сегодня. Но об этом сразу после трека от Cult 45 True to Live. Live в вечернем эфире «Радио Максимум». Встречаемся еженедельно в воскресенье в 21 час по Москве. Любителям хауса адресована следующая информация. Итак, на следующей неделе в «Электрошоке» специальным гостем является Ян Пули, экс-участник проекта V2, один из наиболее уважаемых продюсеров в жанре танцевальной музыки, маэстро глубокого диско-хауса. Вот то, что можно сказать о Яне. В прошлом году Ян Пули выпустил микс, который полностью отражает развитие его как диск-жокея. Начиная с его первых шагов в сфере хаус-музыки в начале 90-х, которые нашли отражение в его первом альбоме «Meridian» в 1998 году и следующем, высоко оцененном «Science Then» в 2000 году, Ян Пули четко придерживается игры в одном стиле. Наиболее характерная черта его музыки в том, что в одной музыкальной композиции он может совместить не только ритмы хауса, но и мелодии из других музыкальных стилей,
латинские, бразильские ритмы, джаз, ритм-блюз и многое-многое другое. А иногда и незаслуженно забытые многими отголоски Детройт-техно и Нью-Джерси-хауса. Ничего не может заставить его отклониться от того индивидуального стиля и своеобразного музыкального вкуса, которым он обладает, и которые принесли ему славу. А его менеджеру возможность написать в его пресс-релизе, что пластинки Яна Пули имеются в коллекциях Delight, The Cardigans, Yellow, Mojo и многих-многих других. Для своего нового альбома Ян Пули перенес офис своей студии из Германии в Новую Зеландию, в маленький домик с красивейшим видом на океан. И не так давно открыл свой собственный лейбл Pull It, где и будет выпущен следующий альбом. Вечный оптимист, он не стоит на месте, а судьба тем временем дает ему шанс побывать все в новых-новых местах, где он завоевывает сердца клаберов. Ян Пули, 3 сентября, в следующее воскресенье, в 21 час в электрошок-шоу. Внимание, только вы сможете услышать его новые, еще не вышедшие работы первыми на максимум. Вы в компании диджея Руслана Севера. Свел еще один боевик «Shady Love» при участии «Sunshow», ремикс от «Matlock and Diamond G». Желаю доброго вечера. I saw you the other day.
Top music. Only on Radio Maximum. Next message. Baby, I'm just calling to let you know that it's over. But I still love you. Love you. Love you. I love you so much. I love you so much that I had to personally make sure that your beautiful little sports car, your motorcycle, and your little house were in good hands. So now I own it all. Oh, and a little sexy Latin pool boy Rico, he sends his regards. He's a little busy right now, but you know, don't you? That's how things go. Max.
электрошок. На максимум. Сзади две работы. Первая от Shady Love при участии Шанчоу. Ремикс принадлежит Matlock и Damon G. А вторая работа от Iron Blaine, называется она Crescendo, в ремиксе Мата Роуэна. Плейлисты программы находятся на официальном сайте радио www.maximum.ru. В разделе программы выберите «Электрошок». Сразу после рекламы представляю новые работы специального гостя программы «Резидента», американского лейбла «Subliminal» и испанского клуба «Паша» на Ибице, французского диск-жокея и музыканта Ричарда Грея. Его дебютный релиз в 1995 году пришелся по вкусу Клоду Моне и был выпущен на его лейбле «Basic Tracks». В 1999 году на трек Ричарда «I Need You» обратил внимание Эрик Марилла и обеспечил ему мощную ротацию. После этого количество фанатов Ричарда Грея по обе стороны Атлантики стало бешено расти. Параллельно он создает собственный лейбл «G-High Records» и плодотворно работает. Уже никто не считает количество его совместных работ с диск-жокеями заслуживающими уважения. А это Эрик Марилла, Джуниор Джек, Арман Ван Хелден, Гарри Чучу Ромеро, Рон Карл, Пол Джонсон, Робби Ривьера и многие-многие другие. Совместный релиз Ричарда Грея и Антуана Кламарана «What a Feeling» — это ремикс на легендарный трек «Make it Happen» с незабываемым вокалом диско-дивы Ирон Кара, получил бешеную популярность. Эту пластинку с удовольствием играли в своих сетах Пит Тонг, Арман Ван Хелден, Гарри Чучу Ромеро, Эрик Марилла, Дэвид Гитта и многие другие. Ричард Грей и его новые треки в «Электрошоке» сразу после рекламы. This week's hot mix. Don't get it twisted. It's Electroshock. This week's special guest. Каждое воскресенье с 21 до 23 часов и только на максимум вы слушаете «Электрошок-шоу». С вами я, диджей Руслан Север, доступен в ICQ 126-513-340. Еженедельно у меня в гостях те люди, которые непосредственно задают тон современной индустрии танца. Так, в сентябре месяце моими гостями будут Марк Найт, Тига, Экспресс 2, а на следующей неделе, 3 сентября, король диско-хауса Ян Пули. Только в «Электрошоке» вы можете слышать их новые работы первыми. Так, к примеру, трек «Come to my life», который записан Ричардом Греем, специальным гостем «Электрошока» сегодня, уже звучит в вечернем эфире «Максимум». И только вы можете слышать его первыми. DJ Север. Rock on. Rock on. We'll be right back.
for this mess I made. My life is empty and full of pain. Somebody help me or I go insane. I need some time, some time away from the life I chose. I've got to get away. So Holy Spirit, fall down on me, change my life. To My Life – последняя работа резидента лейбла Subliminal и клуба Паша на Ибице, французского диск-жокея и музыканта Ричарда Грея, специального гостя электрошок-шоу сегодня. This week's special guest, Hi, Richard. Привет, Ричард. Как ты? Хорошо. How was the weather in Spain? Что там с погодой в Испании? Perfect.
Превосходно. Очень жарко, солнечно. А скажи, над какими проектами ты сейчас работаешь? О, у меня очень много работы. Работаю сразу над несколькими ремиксами. Да, я понимаю. Скажи, пожалуйста, Ричард Грей — это псевдоним? Звучит как-то не по-французски. Нет, мое настоящее имя Ричард Жаквин. And why did you pick Richard Gray? А откуда тогда взялось это? Ричард Грей. О, это, знаешь, долгая история, чтобы ее рассказывать по телефону. And where did you live at? А где ты сейчас живешь? Ибица. На Ибице. Круглый год. You grew up... Ты вырос на классике и фанке, так? Yes, by the collection of да, my father. Я слушал то, что было в коллекции моего отца. And was your track, а твой трек Deep Down, который вышел на Subliminal, это было первым твоим серьезным творением? Или до этого еще было что-то? Yes. Да. No, это моя первая запись. Тебе было всего 16 лет, когда ты стал работать диск-жокеем на радиостанции. Как это произошло? With the connection of a friend who was doing a radio station show, and one day was like, "Yeah, come with me, I'm gonna show you." Знаешь, у меня был друг, который делал свое радиошоу. И однажды он меня пригласил, чтобы показать, что такое на самом деле радио, и как бы пригласил на записи. Тогда и мне захотелось иметь свое, собственно говоря, радиошоу, и мне дали один час в неделю. Вот с этого все и началось. Слушай, а как ты думаешь, какой твой лучший трек? Ну, сложно сказать, потому что все, что я записывал, это же работа, поймите, я вкладывал много эмоций. Я думаю, что они все хороши, и со временем становится все лучше и лучше. А раньше я работал не один, а сейчас у меня самостоятельная работа, так что мне пришлось учиться делать миксы, играть на фортепиано и просто заниматься сочинительством. На это ушло очень много времени, поверьте. А как ты начал сотрудничать с Subliminal? Я просто отправил демозапись. Спустя две недели мне позвонили и сказали, хочу ли я записываться у них. Сказал, да, конечно, хочу. Скажи, а где ты последнее время играл и какие города тебе понравились больше всего? Ибица. Клуб Паша и Ибица. Какие у тебя планируются выступления? У меня планируется тур по миру для такого бренда, как Ministry of Sound в сентябре. А в Россию собираешься? Ну, пока нет. У тебя будут какие-либо пожелания слушателям Электрошока на Радио Максимум? Нет. Okay, ну что ж, спасибо тебе большое. Пока. We'll be right back.
You can fight them with the shyest way you should. However you choose, like the way that you should do. www.maximum.ru. В разделе программы выберите «Электрошок». Все плейлисты радиошоу вы можете обнаружить здесь. Общение со слушателями проходит в ICQ 126-513-340. Доброй ночи, друзья, это «Максимум», а с вами я, диджей Руслан Север. Незаметно пролетело практически 2 часа. Еще 2 работы и на недельный перерыв. Рубрику «Сделано в России» представляю совместно с ресурсом promomusic.ru. И сегодня здесь работа диджея Бойко и Sound Shocking. Они не перестают радовать и удивлять. Не так давно презентовал их трек «Rocking Beat». Так вот, уже вышла и виниловая пластинка на Function Records. И ремиксы тоже подоспели. Только слушатели «Электрошока» на «Максимум» могут слышать новый ремикс от «Raw Shape» на «Rocking Beat» первыми. DJ Savior. Rock on. Electric shock.
Часа лучшей электронной музыки позади, по традиции «Электрошок» завершает трек недели. Качественная электро, выполненная в лучших традициях, от Люзен Кирчена к Night Move, ставит итоговую точку. Я с вами прощаюсь до следующей недели, встретимся в 21 час ровно. Напоминаю, 3 сентября специальным гостем программы будет один из влиятельнейших продюсеров Германии, король диско-хауса Ян Пули. Только на максимум вы сможете услышать его новые, еще не вышедшие треки первыми. Не пропустите. Желаю по традиции мягкой подушки теплого одеяла. Диджей Север, Электрошок Шоу, Радио Максимум, пока. And finally, number one of the week.
7 to d5. Rouge h1 takes h7. Queen d8 takes g5. Rook h7 to h8. Pawn d5 takes c4. Knight moves b7 to d6. Check, mate, check, mate. Top music only on Radio Maximum. Presents Electroshock on Maximum.